Не знаю для чего. Папа монтирует видео. Почти готово. Всем привет! Всем приветик! А с лимоном? Еще не делали? Недавно не делали. Мы стали такой чай покупать. Порошковый. Покупной. Да, который покупной уже в бутылочках. А это порошок. Точно такой же. Вкус такой же. Просто сам разводишь. Поедем выбрасывать вот этот матрас. Привет. Потому что он все уже старый, и он нехороший. Спина болит. А чей? Это Макса. Вот когда я с ним иногда засыпала ночью, утром просыпалась, у меня поясница болела. Он очень неудобный. Вот картон еще. Еще когда кролики у нас были. Он еще матрас будет забирать, по-моему. Матрас навряд ли поместится. Идем, мы идем. А Ксюша во сколько сказала? Пройдет в 3, в 4? А сейчас сколько? Осторожно. Все? Да, все, пока. Пахнет все еще как новое, да? Да. Еще запах такой свежий. Не воняет ничем. А как можно это... Папа же сказал, что здесь где-то... И нужно устанавливать программу специальную, по-моему. Но не установлена здесь. И здесь программу устанавливаешь, и, в общем, куда-то где-то нажимаешь, и запах машина пускает. Арома. Но у нас нет, не работает. Все, подняла? Сильно? Да, вот так пойдет. Где посол? Вот так вот. Что? А, у папы тоже волосы разлетаются. Чего? Приехали? Вон там, видите, контейнеры разные. Есть зеленый, синий и коричневый. Это коричневое, это стекло коричневое, да? А зеленое это что? Зеленое стекло. В общем, еще стекло нужно по цветам выкидывать. Понимаете? Да, цветное стекло. Картон там еще отдельно тоже. Пластик. Цифру 3 писать надо? Давай, учись. Пип-пип. Все, садимся. Откуда у тебя прыщ? Такой большой еще? Давай, выдавлю. Так и хочется выдавить. Куда едем? Сами не знаю, куда едем. Изучаем местность. Недалеко от дома. Одни поля. Кукуруза. Поля с кукурузой, коровки. Сейчас она будет искать паркинг свободный. И будет сама парковаться. И папа не будет ничего делать. Только нужно переключать вперед-назад. Все? Перфект. Видишь? И показано. Тебя укачало? Да. Мы приехали за Ксюшей. Без нее не поехали, в общем. Сейчас мы ее подождем, она придет и поедем, покатаемся. А мы решили зайти с заднего дворика. Я надеюсь, там открыто. Заходи. Заходи. Ой, что-то так жарко сегодня, ребят. Открыто. Видишь, как... Хорошо. Разувайся. Привет, Бонюсечка. Бонюсечка. Маргариту укачала. Маргош. Выпей и ляж полежи. Укачала немножко. Я иду. Куда ты идешь? Навели порядок, и теперь я не знаю, куда что убрали. По-моему, вот здесь, вот в черной, вот здесь вот. Посмотри в этой черной коробке. Нет, там нет. Вот здесь, а вот тетради. Вот, а это прописи. Эй, Ксюнчик, наигралась? Чё играли? Мы соскучились.
Сейчас она пойдет умоется. Давай, иди, руки надо делать. Пиши туда, Нине. А это что такое? Чтобы выучить слова. Это все учить надо? Нет, это только... Ну, подожди. Вот только номер один. Это вам каждому выдают? Это все? Ага. И это номер? Пока раз. Ну-ка, это как называется? Эколе? Эколе? Эколе. А это что такое? También cambiar las letras, ¿no? Planté. Mira, la planté. Как на испанском? La planté. А, la planté. Как на испанском? La planta. La planté. А это puerta? Porte. Si lo lees así, ну поэтому у нее хорошо получается, потому что она испанский знает, да, Маргарита? У нее хорошо французский. Les tableaux, le. Тебе нужно готовиться, уроки делать? Да? Кеня. Правильно. А, тебе нужно научиться правильно писать. Мама. Чё? Но. Чё? Кожу содрала. Да что такое было сейчас вообще? Путешествие Ксюши? Ну скажи, сюда они с ума сходят тут, да? Ладно, мы поехали. Оп! Вот сейчас я бы это смеялась бы долго, если папа уронил коробку с лекарствами. Ай, ладно, все. А что, Маргарита одна останется? Да. Маргош, ты одна останешься? Да. Точно? Да. Ну ладно. Боньку охраняй. Ой, то есть Бонни, охраняй Маргариту. Ура. Ей нужно погулять, Маргош. Вот, вот в эту щелку она убегала. Да, Бонь? А все теперь, а все. А надо было раньше. А что там случилось с травой? Почему она лежит? Там Макс поиграл, по-моему, чем-то. Два, три. Ну на, не надо, подожди. Раз, два, три. Все, мы рок-группа. Первый до машины. Раз, два, три. А Макс неплохо бегает, между прочим. Для чего ты будешь делать? Вот не видишь, мама. А, мама будет делать торт. Ой, торт, пирог. Ну, этот разрыхлитель. Там где-то. Там есть уже один. Ванильный сахарочек. А там... Вот видите, какое оно? Оно как бы и течет. Не сильно жидкое и не сильно густое. Такое достаточно. Ник. Новый? Да. Кому? Мне. Себе? Да. А что, у тебя же был домик? Да, я все. А он бесплатно строится? Что бесплатно? Дом. Или он тоже стоит денег? Тоже стоит. Ага. $3. Угу. Так, все, у меня уже пирожок готов. Пойти в духовочку. Папа монтирует видео у нас. Почти готово. В общем, видео хотим, чтобы вышло в пятницу. Видео выйдет в пятницу. Это уже послезавтра. Ну, то есть, если влог вышел сегодня, то значит завтра. Поэтому сегодня-завтра закончим, и все будет готово. Так, все, пирожок готов. Обожаю снимать вот эту пленочку, бумажечку. Ой! Ой! Не, все нормально. Бриллиант! Все. Все нарастает? Нет! И будем пить чай. А за там я нафиг.
Нашлась Бонина свинюшка. Бонь, ты соскучилась по своей свинке, а? Мы ее потеряли. Она у папы там в машине завалялась. Вот. Принесли. Давай туда побежали, в комнату. В комнату. У-ху. Завтра у нее 2 теста по английскому. Ой, по французскому, да. И по математике. Математика. Подготовила? Все окей. А французский я. Что с ней такое? Тебя комар за попу укусил? А мне 8. 8 наконец-то? Да. Не хочу вставать в 6 часов. Ой, это ты хитрый. Давай, все. У вас что, здесь бомба взорвалась, что ли? Я не пойму, ну что это такое? Макс, бомбу подорвали, что ли, в комнате? Капец, беспорядок. Ну что, ребят, на сегодня мы заканчиваем наш влог. Собираемся спать, отдыхать. Я сегодня не выспалась. Спала где-то 4 часа. Я такую, разве такую я привезла? Я не такую привезла. Нет, ты другую привезла. Я привезла другую, но мы, да, мы в Испании покупали вот эту. Стоит она 11,50. Мама! Это Парис. Маме, да. И какие цвета есть? Только вот эти? Нет, еще есть. Ну, есть много, можешь сама написать. Ну, это темный зеленый. Да. Ну, посмотрите. Вот здесь хорошо. Это яркий? Да. Ну, это как мы тебе брали. Да. Который у меня был. Да, который вот у тебя был. Угу. Да. А зеленый не могу найти. Ну все, давайте. Спокойной ночи, всем пока. Я нашла зеленый.